Это те преступления, к которым наши дети относятся с такой некоторой в определенных ситуациях не серьезностью, а в определенной ситуации даже наоборот наспор. То есть, когда задерживают за совершение этих краж из торговых центров, из супермаркетов, допустим, украли в отделе какую-то одежду, я не знаю, продукты питания, и задерживают детей из абсолютно благополучных семей с достатком. То есть дети, у которых, в общем-то, есть в жизни все. Сколько, вот на какую сумму ты вынесешь товар, на какую сумму ты...